Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас во второй части мастер-класса по созданию воротника из бисера. Прошлую часть мы с вами закончили на том, что сделали верхний поясок. Сейчас мы с вами будем создавать основную часть нашего воротника. Для этого нам необходимо вывести ниточку с вот этой желтой бисеринки. После чего совершаем первый набор. Он состоит из 11 бисеринок желтых, 1 белой, 3 зеленых, 1 белой и 12 бисеринок зеленых. После чего пропускаем первую зеленую и через 3 идущие после нее проходим иглой. Дальше набираем 2 бисеринки белые, затем 3 бисеринки желтые и 2 бисеринки белые. Вот такой набор у нас должен быть. Проходим иглой через вот эту последнюю зеленую бисеринку с набора из 12 бисеринок. Дальше набираем 2 бисеринки зеленые и 1 белую. Проходим через вот эту последнюю из 3 зеленых бисеринок. Дальше снова набираем 2 зеленые и 1 белую, после чего пропускаем 2 желтые, видите, и начиная с 3 желтой идем вверх через весь ряд. Проходим вот так вот между бисеринок. Подтягиваем нить. Дальше смотрите, что мы делаем. Мы вот эту ниточку, она должна идти внутрь, видите? То есть, если мы вот так вот накидываем нить сверху, то эта ниточка будет у нас по серединке. Дальше мы проходим через 2, 4, 6, 7 желтых бисеринок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пересчитываем. 2, 4, 6, 7. Подтягиваем. Начало нашей работы положено, и мы приступаем уже к полноценному плетению. Для этого набираем 1 белую и 2 зеленые бисеринки. Проходим иглой через зеленую, среднюю с набора по 3. Затем набираем 1 белую и 2 зеленые. Белые, 2 зеленые. И проходим иглой через, так, вот это повернем, среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Дальше набираем 1 белую и 3 желтые и проходим иглой через 3 желтые бисеринки. Дальше набираем 3 бисеринки желтые и 2 белые. Проходим иглой через зеленую уголковую бисеринку. Дальше набираем 6 бисеринок зеленых. 1, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. У меня попался какой-то неровный бисер, поэтому я стараюсь выбирать одинаковые бисеринки. Пропускаем первую зеленую и через 3 проходим иглой. Набираем 2 бисеринки белые и 3 бисеринки желтые.
проходим через вот эту среднюю с набора в 5 желтую бисеринку. Дальше набираем 2 бисеринки белые, 3 бисеринки зеленые и 2 бисеринки белые. Проходим иглой через последнюю вот эту желтую бисеринку. Дальше у нас идет 2 бисеринки желтые и 1 белая. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Затем 2 бисеринки зеленые и 1 белая. И проходим иглой через вот эту последнюю зеленую бисеринку. Набираем 8 зеленых бисеринок. И смотрите, друзья, проходим между следующей парой бисеринок. Вот так. Затем через 7 зеленых возвращаемся вниз. Вот так. Вот что должно получиться. Дальше набираем 1 белую и 2 бисеринки зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Дальше 1 бисеринка белая и 2 бисеринки желтые. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую бисеринку. Далее 1 черная и 3 бисеринки зеленые. 1 белая, простите, и 3 бисеринки зеленые. 1, 2, 3. Вот они. Проходим через 3 зеленые бисеринки. Дальше набираем 3 зеленые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку. Далее набираем 3 бисеринки желтые и 2 белые. Проходим через уголковую зеленую бисеринку. Далее набираем 3 бисеринки зеленые. 1, 2, 3. 2 бисеринки белые и 1 бисеринку зеленую. Вот такой должен быть набор. Пропускаем первую зеленую через 2 белые и 1 зеленую. Проходим иглой. Вот так. Дальше набираем 3 бисеринки зеленые и 2 белые. 3 зеленые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку. Дальше у нас идет 3 желтые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Дальше набираем 7
зеленых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6 и еще одна, седьмая. Проходим через последнюю, вот эту зеленую бисеринку. Дальше набираем одну бисеринку, белую, и две бисеринки желтые. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую бисеринку. Дальше одна белая и две зеленые. Раз и два. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Далее одна бисеринка белая и 7 бисеринок зеленых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Вот такой вот набор у нас с вами должен получиться. Проходим иглой между следующей парой бисеринок. Возвращаемся обратно через 7 зеленых бисеринок. Вот так. Вот что получается. Дальше у нас идет 2 бисеринки зеленые и 1 черная. Первая, вторая, 1 белая, простите. 2 зеленые и 1 белая. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Затем 2 бисеринки зеленые и 1 белая. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую бисеринку. Дальше 2 бисеринки белые и 2 бисеринки, точнее сейчас 2 бисеринки желтые и 2 бисеринки белые. Проходим через 3 средние бисеринки из набора по 7. Вот что у нас получается. Вот такая интересная штука уже вырисовывается. Далее у нас идет 2 бисеринки белые и 3 желтые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку. Дальше 2 белые и 3 зеленые. Раз, два, три. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Затем 2 бисеринки белые набираем на иголочку и 3 зеленые. Первая, вторая, третья. Проходим через уголковую бисеринку. Дальше набираем 6 зеленых. Так, набираем 6 зеленых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пропускаем первую и через 3 проходим иглой. Далее набираем 2 бисеринки белые, 1 желтую и 2 белые.
и проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Дальше набираем 3 зеленые. Раз, два, три и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Дальше 3 бисеринки зеленые. И проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку. Дальше набираем 7 желтых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Проходим через вот эту среднюю, вторую с набора по 4 желтую бисеринку. Подтягиваем. Дальше у нас идет 1 бисеринка белая и 2 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Затем снова 1 белая и 2 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Далее набираем 1 белую и 7 бисеринок желтого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Проходим иглой между следующей парой бисеринок. Возвращаемся обратно через 7 желтых. Дальше набираем 2 бисеринки желтые и 1 белую. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Дальше 2 бисеринки зеленые и 1 белая. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Дальше набираем 2 зеленые и 2 белые. Проходим через 3 средние бисеринки желтого цвета. Вот так вот. Затем 2 бисеринки белые и 3 зеленые. Раз, два, три. Проходим через среднюю с набора по 5. Дальше снова 2 бисеринки белые и 3 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Затем у нас идет 2 бисеринки белые и 3 желтые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку. Затем снова 3 бисеринки желтые и 2 белые. Проходим через уголковую бисеринку. Далее набираем 6 бисеринок зеленых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Друзья, запомните сейчас вот этот момент, потому что с него у нас пойдет повтор. Прям засеките минуту, и с этого момента будет повтор. Проходим иглой, пропускаем ту бисеринку, с которой выходит ниточка, через 3 идущие после нее проходим иглой. Подтянули. Дальше набираем 2 бисеринки белые и 3 желтые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку. Затем набираем 2 белые, 1 зеленую и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Затем набираем 3 бисеринки желтые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Дальше 3 бисеринки зеленые.
и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Затем набираем 7 бисеринок зеленых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Проходим через вторую с набора по 4 зеленую бисеринку. Дальше набираем 1 белую и 2 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Затем 1 белая и 2 желтые. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую. Так. Видите, какой-то у меня кривоватый бисер на этот раз попался. Дальше набираем 8 белых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проходим между белой парой бисеринок. После чего через 7 бисеринок из 8 возвращаемся обратно. Набираем 1 бисеринку белую и 2 желтые. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую бисеринку. Дальше 1 бисеринка белая и 2 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Дальше 1 белая и 3 зеленые бисеринки набираем. 1, 2 и 3. Проходим через 3 средние бисеринки с набора по 7. Дальше набираем 3 бисеринки зеленые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Дальше 3 бисеринки зеленые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку. Далее 3 желтые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Затем 2 бисеринки белые и 3 желтые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Далее набираем 2 белые и 3 зеленые. Проходим через уголковую бисеринку. Затем пропускаем ту бисеринку, с которой выходит нить. И через 3 бисеринки зеленые из последнего набора по 5 проходим иглой. Дальше набираем 3 бисеринки зеленые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Затем набираем 5 желтых. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Дальше 2 белые и 3 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Дальше набираем 2 белые и 3 зеленые. 1, 2, 3. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Затем набираем 2 белые
и 3 желтые и 2 белые. Вот такой должен быть набор. Проходим через вторую, если смотреть снизу, то третью бисеринку с набора по 4 зеленого цвета. Дальше набираем 2 зеленые, 1 белую. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Дальше 2 бисеринки зеленые, 1 белая. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую. Затем набираем 8 бисеринок желтого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8. Проходим между следующей парой бисеринок. Через 7 бисеринок желтых возвращаемся обратно. Дальше набираем 1 белую и 2 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Затем набираем 1 белую снова и опять 2 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Дальше у нас идет 1 бисеринка белая и 3 желтые. Проходим через 3 желтые бисеринки. Далее набираем 3 желтые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Затем набираем 3 зеленые. 1, 2, 3 и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Затем набираем 3 зеленые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку, после чего набираем 2 бисеринки белые и 3 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Затем, не набирая ни одну бисеринку, возвращаемся через те 3 бисеринки из последнего набора по 5, которые только что набирали. Подтягиваем. У меня заканчивается нить, я ее сейчас довяжу. Я его просто привязываю сюда, и мы продолжим. Далее набираем 5 зеленых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Дальше 2 бисеринки белые набираем и 3 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Затем 2 белые и 3 желтые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Дальше 2 бисеринки белые, 3 бисеринки зеленые и 2 белые. Проходим через вторую с набора по 4 желтую бисеринку. Дальше. Так, мононитик где-то взялась.
Набираем 2 желтые и 1 белую. Проходим через вот эту среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Затем набираем 2 зеленые и 1 белую. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую бисеринку. Затем набираем одновременно на иголочку 8 бисеринок зеленого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проходим между следующей парой бисеринок, после чего через 7 бисеринок из этих 8 проходим иглой. Вот так. Далее набираем 1 белую и 2 бисеринки зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Дальше 1 белая и 2 желтые. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую. Затем 1 бисеринка белая и 3 бисеринки зеленые. Проходим через 3 зеленые. Дальше 3 зеленые набираем и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Затем 3 бисеринки желтые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Затем 3 бисеринки зеленые набираем и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Затем, друзья, смотрите внимательно. Проходим иглой через 2 белые бисеринки, пропустив при этом ту бисеринку, с которой выходит ниточка. После чего набираем 2 бисеринки белые и 1 зеленую. Пропускаем зеленую через 2 белые и среднюю с набора по 5 зеленую, проходим иглой. Дальше набираем 3 бисеринки зеленые, 1, 2, 3, и 2 бисеринки белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Дальше 3 бисеринки желтые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Затем набираем одновременно 7 зеленых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Проходим через последнюю, вот эту вторую, точнее третью бисеринку с набора по 4 зеленого цвета. Далее 1 бисеринка белая и 2 желтые. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую бисеринку. Дальше 1 белая и 2 зеленые.
проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Затем 1 белая и 7 бисеринок зеленых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так. Проходим между следующей парой бисеринок. Возвращаемся обратно через 7 зеленых бисеринок, которые только что набирали. Дальше набираем 2 бисеринки зеленые и 1 белую. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Затем снова 2 зеленые, 1 белая. Проходим через среднюю с набора по 3 желтую. Затем 2 бисеринки желтые и 2 бисеринки белые набираем. Проходим через 3 бисеринки зеленые. Дальше 2 белые и 3 зеленые и 3 желтые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую бисеринку. Далее 2 бисеринки белые и 3 бисеринки зеленые. 1, 2, 3. Проходим через среднюю с набора по 5. Затем 2 бисеринки белые и 3 бисеринки зеленые. Проходим через среднюю, не среднюю, а через уголковую зеленую бисеринку. После чего набираем 6 бисеринок зеленого цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Так, подтягиваем. Пропускаем первую, через 3 идущие после нее проходим иглой. Затем набираем 2 бисеринки белые, 1 желтую и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Дальше 3 бисеринки зеленые и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Затем 3 бисеринки зеленые набираем. 1, 2, 3 и 2 белые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Затем набираем одновременно на иголочку 7 желтых бисеринок. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Проходим через третью с набора по 4 желтую бисеринку. Подтягиваем. Дальше у нас идет 1 белая и 2 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Затем 1 белая и 2 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Затем 1 белая и 7 бисеринок желтого цвета. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 7. Проходим между следующей парой бисеринок. Возвращаемся обратно через 7 желтых бисеринок.
Далее набираем 2 бисеринки желтые и 1 белую. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Затем 2 бисеринки зеленые и 1 белая. Проходим через среднюю с набора по 3 зеленую. Затем набираем на иголочку 2 бисеринки зеленые и 2 бисеринки белые. 2 зеленые и 2 белые. Проходим через 3 желтые бисеринки. Затем 2 бисеринки белые набираем. После чего 3 зеленые. Раз, два и три. Так. Вот так. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую бисеринку. Дальше 2 белые и 3 зеленые. Проходим через среднюю с набора по 5 зеленую. Дальше набираем 2 белые и 3 желтые. Проходим через среднюю с набора по 5 желтую. Дальше набираем 3 бисеринки желтые и 2 белые. Проходим через уголковую бисеринку зеленую. Затем, друзья, наступает тот момент, на котором я вам говорила остановиться и запомнить, что с этого момента идет повтор. Набираем 6 бисеринок зеленого цвета. Пропускаем первую. И через 3 идущие после нее по направлению кверху проходим иглой. Дальше идет повтор, и вы его проделываете уже самостоятельно до конца нашей длины. Затем останавливаетесь и продолжаете просмотр этого видео дальше. Вот, друзья, смотрите, когда мы дошли до окончания, вот тут вот у нас будет окончание. Дальше мы просто не делаем разворот на еще один ряд. И если вы сделали все абсолютно так же, как я вам показывала, вот у вас должна закончиться первая часть, первый ряд у вас должен закончиться вот на этом месте, да? Тогда у вас идеально сходится рисунок. Смотрите, вот тут, если мы не делаем выход на следующий ромбик, да, мы просто проходим иглой, вот сейчас тут покажу вам ниточку, мы просто тут разворачиваемся вверх и проходим вверх, дальше опять разворачиваемся вверх и снова вверх. Далее, очень важный момент, когда у нас закончена вся работа, мы замечаем, что воротник не ложится по шее, если нет верхнего ряда. То есть он ложится, но нету вот этой вот хорошей, такой красивой, правильной волны, да, она такая неправильная, да, ну, это громко сказано, неправильно, но она не такая, как должна быть, да? Воротник сам по себе, верхний ряд вот этот, он идет волной. В этом особенность этого конкретного воротника. Именно поэтому он так интересно смотрится. Он в любом варианте цвета идет волной сверху. Это изначально была такая задумка, чтобы не делать его прям идеально ровным, да? А именно в этом есть какая-то живость. Знаете, как будто вот ткань, да, если ткань идеально ровно лежит, то, ну, за нее не цепляется взгляд, да. А если где-то есть какие-то там изгибы, какие-то интересные линии, да, именно этот момент притягивает взгляд. Смотрите, дальше. Когда мы дошли до верха, у нас есть вот этот момент не стянутого ряда, мы набираем, вот мы выходим отсюда и набираем по одной бисеринке и проходим через каждую белую следующую. Во-первых, это формирует ряд сверху верхний, а во-вторых, это дает возможность дополнительно стянуть так, как нам нужно. Благодаря этому ряду у нас
этот воротник, а верхняя вот эта планка идеально ложится под шею. То есть благодаря этой штуке вы можете скорректировать его так, как вам это необходимо. Если вы любите более расслабленный вариант воротников, ну, во-первых, это не совсем тот воротник, который должен быть каким-то более расслабленным, потому что тут сам дизайн требует того, чтобы он был именно таким вот. Но все же, если вы любите, то вы можете вставить тут не по одной бисеринке в промежутке, а по две. Еще сейчас вот воротники, я смотрю, что у меня видно, что вот это вот одного цвета бисер зеленый, а вот это другого. На самом деле бисер идентичного цвета, просто вот это первый сорт бисера, а вот это был второй. С вторым сортом бисера я впервые мне попался такой бисер, он мне очень понравился по цвету, но в работе это долго, сложно, и я бы не рекомендовала этот бисер. Поэтому я все-таки рекомендую покупать бисер первого сорта. Это бисер, который приятен в работе, который идеально ложится, и даже если там есть какой-то брак, то его минимальное количество, потому что вот в этом бисере цвет, конечно, очень классный. Я прям, сейчас искусственное освещение, оно не совсем передает один в один, да, но на самом деле цвет такой оливковый, он очень приятный. Вот этот цвет не настолько приятный, как вот этот верхний, но это было сложно, честно вам скажу, потому что я не привыкла перебирать бисер в таком количестве, я не привыкла тратить на это время, но тут пришлось, что ж поделать. Но результат однозначно того стоил, очень красивая работа, получилась шикарный просто воротник, и если вы уже доделали свой, я просто уверена, что у вас получилась такая же потрясающе красивая работа. Буду рада видеть фотографии ваших работ в наших сообществах в социальных сетях, все ссылочки, как обычно, есть под этим видео. Если вам понравилась работа над воротниками, напоминаю, что у меня есть на эту тему книга, ссылочку тоже оставляю под видео. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!